важным в нашем лице – это брови. И самое главное – бровей много не бывает. Никто не должен знать, что ты жируха, поэтому делаем себе коррекцию. Переходим к хайлайтеру. Добавим щеку блеску. Добавим немножко естественного румянца, естественно. Также у любой инстазвезды обязательно должны быть помады Кайли всех цветов, всех объемов и всех размеров, потому что это дорого. Ничего страшного, если вы забыли про тоналку, можем хренахнуть сверху. Обычно все так и делают. И хреначим по стратегически важным местам. Главное, чтобы усов не было. И самое главное, делать очень крутые позы. Даже если ты идешь по улице. Идешь такая, идешь и сразу хоп! Вот так выглядит среднестатистический рабочий аккаунт в Инстаграм. Главное, это максимальная демонстрация рабочих инструментов. Так, все, надо сразу вставать и бежать на работу. Да ладно, у тебя есть еще 20 минут, можешь не поспать. Маску для начальника. Так, думай. Блин, ничего не лезет в голову. А ну-ка, положи пироженки. Сладкое, это целлюлит. Да ладно, от одной пироженки ничего не будет. Можно и три здесь. Они такие вкусные. Одену-ка я сегодня кроссовки. Да, точно. Зачем тебе эти красивые, удобные кеды? Одень лучше эти замечательные, красивые, высоченные туфли. К вечеру ты, конечно, охренеешь на них ходить. Но это же будет только вечер. Ну что ж, Лена, я готова. О! Только ты все зря. Ну-ка, наприседала. А я наступать не планирую. Не в этот раз. Похудела, блядь, скелетом. Привет. Привет. Твоей маме сноха не нужна? Нет. Хорошо. Привет. А у тебя родители случайно не пираты? Нет. Откуда тогда у них такое сокровище? Блин, а что такой красавчик на скамейке здесь, в парке, делает один? Сижу я. Блин, я дальше не подумала. Алло, Маска, ты скоро? У меня какая-то баба тут встретила. Вообще ничего страшного. Привет, красавчик, go мутить? I don't want to say sorry. Ah, okay. London is the capital of Great Britain, yeah? Yes. Хуяк. Привет, может, познакомимся? Нет, ты со мной познакомиться хочешь? О, господи, мам, привет, слушай, у меня пьеса пьет. Стой, куда ты? Мам, ложная тревога. А? Тебе не кажется, что у тебя слишком много сумок? Нет, не кажется. Значит, выбирай. Либо вот эти вот твои сумки, либо я. Нет. Да? Нет. Да-да. Ну-ка, пожалуйста. Открой. Я все понял. Ну, пусти меня, пожалуйста. Пожалуйста. Дорогой, ну конечно же, я буду убираться каждый день стирать и каждый день готовить тебе, мой самый любимый мужчина, кучу разнообразной и вкусной еды. Да что ты, какие дискотеки, я всегда буду сидеть дома и ждать тебя, любимый, с работы. Твоя мама, это самая лучшая женщина на свете, конечно же, мы будем обязательно с ней дружить. Ну что ты, я каждый день буду краситься, каждый день носить дорогое эротичное белье и обязательно делать красивые прически, салоны, конечно же, я буду в них ходить каждый день и сама за это платить. Твои друзья, это же самые лучшие люди в мире. Конечно же, ты можешь встречаться с ними хоть каждый день. Конечно же, я не буду знакомить тебя со своими подругами. Вам же не о чем будет даже поговорить.
Конечно же, я отпущу тебя на рыбалку. Возьми водки сколько хочешь. Забухай там с друзьями хоть неделю. Конечно же, мы каждый вечер будем смотреть с тобой футбол. Какие сериалы? О чем ты говоришь? Терпеть их не могу. Конечно же, у меня никогда не будет болеть голова. И я просто обожаю делать минет. Лишь бы ты был счастлив. Дорогая, с праздником нас. Держи. Это тебе. Дорогая, с годовщиной! Что? С годовщиной! Это я, а это ты! Ты охренел? Дорогая, с годовщиной! Ты похожа на этот ангелочек! Да пошел ты! Дорогая, с годовщиной! Ты охренел? Дорогая, с годовщиной! Ах ты ж сука! Ах ты ж... Да ладно себе, я посусил! Ты так красиво красишься, научи меня так же, пожалуйста! Пычка, ну конечно же расскажу, в этом же вообще ничего сложного нет. В общем, начнем. Ну вот и все, как видишь, ничего сложного. Да ну его в жопу! Я лучше останусь страшненькой подружкой. Только ты слишком долго быть красивой. Я хочу это платье. День рождения один раз в год в жизни бывает. Почему бы не Лёре, Белёре, Лёре? Вы так и поругались, собственно. Кать, ты же не в том возрасте, чтобы столько пить. Я в эти выходные иду на такую тусовку, будет такая классная, там будет такое шоу, там будут такие диджеи. Я всеми по-любому. Кать, там будут только молодые, тебе 30. Ай-яй-яй, девчонки. Ну где же ручки, ну где же... Горите, горите, не время. Поговорить не с тобой, сука. У тебя день рождения был недавно. Да, 30 исполнилось. Ага. Замуж-то вышла? Нет. И деток нет. Миленькая. Ой, ну ты там Маш, не Маш, лучше-то не станет. Чего? Зато я буду долго оставаться молодой и красивой. Мажутся ведь всем, чем не лень. А по сути, тут много намажешься. Генетика, есть генетика. Я вот и через 10 лет буду принцесса. А все почему? Витамины. Правильно, да? И 2 литра на третий. Вот там половина за банку. Половина за рекламную кампанию, а еще половина хрен знает за что. Ты вот яблочки лучше покушай, и витаминки, и стоит дешевле в два раза. А ты продолжай обогащать косметические магазины. Че ты нам говоришь, лицо мажешь? Главное генетика, главное генетика. Хренетика.